центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «На переломе. Россия в Великой войне 1914-1918 годов», посвященная столетию с начала Первой мировой войны. Первая мировая – это была война, которую начали люди, не понимая, чем она закончится. Считаю, что очень удачно сделана экспозиция. Во-первых, потому что какими-то вот минимальными выразительными средствами до нас доносится все-таки дух войны, и представлены совершенно разнообразные документы, и все в комплексе создает не только, дает не только пищу для ума, но и возобладают какие-то эмоции. И эти эмоции, в общем, разные, конечно, и грустные, и печальные, и где-то можно улыбнуться, но в общем, вот все в комплексе создает как бы дух великой войны. Но мне вот интересно больше, наверное, плакаты, чем самолеты. Потому что самолеты, конечно, смотреть, ну, так, этажерочки, ну, так тоже прикольно. В основе экспозиции уникальная коллекция военно-агитационных плакатов. Образцы вооружения и обмундирования, предметы быта гражданского населения. Эта выставка построена по проекту, по плану кладбища Первой мировой на Соколе, да? Возможно, вы не обратили внимания, но там в конце есть план этого кладбища, история, да? Идея была создать такой определенный мемориал, который открылся бы 1 августа и рассказал бы эту историю заново, напомнил бы эту историю. Выставка получилась неперегруженной, что очень важно, и информативной. То есть она, по сути, так очень ненавязчиво нам показывает основные периоды войны. Много интересных документов, интересных фотографий, интересных вещей. Я думаю, что выставка будет пользоваться успехом. Есть вещи, которые неприятно поразили. Вот странное алюминиевое сооружение, которое почему-то у них называется немецким аэропланом. Вот. Но вот это можно было бы сделать получше. А что там не так? Ну, в общем, все не так, включая величину винта, включая то, что это просто не поднимется воздух. Кто победил в этой войне? Россия же тоже территорию отдала, там Ленин подписал Брестский мир. Россия, несомненно, проиграла эту войну. И проиграло ее не государство, проиграло и общество российское. Потому что война и последовавшие за ней катаклизм обратили страну в катастрофу и в хаос. Выставка продлится до конца августа.